Сегодня у нас 23 июля 2016 года. Вот мы с утра сегодня привезли продукты. Тут живет Владимир Устинов с Валентиной Устиновой. Вот у них двое детей наших лагерных. Вот привезли им продукты. Привезли Андрею Устинову, Игорю Барбашову развезли тоже продукты. И у нас ребятишки. И вот сейчас вот им. Сейчас братья стаскают на крыльцо все. Все на этом. Доброе утро, тетя Валь. Доброе утро. Доброе утро. Это что, полное расформирование? Да, полное расформирование. Я у тебя хотела спросить. Сейчас. Сейчас. За что? За что? Ну, административно. А? Административно. А это что такое? А это значит без него будет. А? Без него можно. Без него? Да. А? Прокуратура. Ну там нарушения по лагерю были, там все. Не такие кастрюли, не такая пища. Ну там. Ну эти не подходят нормам всем государственным. Вот по этой причине. Ну, надеюсь. Он 80 лет прожил, их не было. Все. Слава Христу. Все, слава Богу. Да.